Что нужно акцентировать внимание? На руки. Покажи. Приготовились ускорить. Я быстрее бежу. Никто не ложится, не садится, ходим. Приготовились. Так, сейчас будет разбор. Так, Алиса, надо побыстрее бежать, а Велеслава вообще как на пробежку. Назад возвращаемся легким бегом, а туда ускоряемся. Максимально быстро бежать. Я о Велеславе говорю. Приготовились. Быстрее. Максимально быстро. Поняли? Все, встали на край дорожки. 30 прыжков. На чем акцентируем внимание опять? Руки где у тебя? Велеслава, я с кем общаюсь? Руки. Ты меня слышишь? Велеслава, ты меня слышишь? А почему не делаешь то, что я говорю? Руки наверх, с двух ног прыгаешь. Смотри, как Алиса делает. 4. Вот. 5. Опять сгибаешь руки. Ты здесь их сгибаешь, ты на ходу будут сгибаться эти. Потому что я лень. Слышите, подписчики? Не будет больше. Потому что 100 лет она идет. До самого темного вечера. О, видишь, ей все лень. Вот. Самый ленивый спортсмен Ютуба. Мы сразу поперечку потянули. Два вида, 20 перекатов. В общем, все равно. Ноги в коленях не сгибают. Носки на спине. Слава, носки на спине. Алиса, то же самое, ноги в коленях не сгибай, на перекат уходишь. Слава, носки на спине, ноги в коленях не сгибай, на перекат идешь, на спину. Алиса, то же самое, ноги сгибаешь в колени. Ты делаешь вверх, и ноги сгибаются. Напряги ноги, колени напряги.
11. Не сгибай ноги в коленях. 12. Ноги в коленях не сгибай, на спину. Стой. Бегали без рук, теперь с руками. Руки идут по кругу снизу вверх, фиксируя наверху немножечко. Косичку, иди сюда.
строчку делишь на три части. Каждую часть отрабатываешь два подхода по пять раз. Потом всю комбинацию полностью. Если сделал, начинаешь вторую строчку. Так. Хорошо. Так. Ноги брось, сесть, группировка. Там же все нарисовано. Хорошо.